Братишка, прощайте. Жена мне изменила, сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте. Я детей забираю с собой. Трагическое событие произошло в Башкирии. Узнав о неверности супруги, мужчина забрал детей и уехал в неизвестном направлении. Через какое-то время 37-летний Фазыл Халиков позвонил жене и сказал, что дочка уже мертва, а сын умрет в ближайшее время. Накануне трагедии Фазыл отчаянно пытался дозвониться до супруги, но она не брала трубку. Когда на следующее утро женщина вернулась домой после корпоратива, скрывать было бессмысленно, ночь она провела с другим. В порыве ярости Халиков забрал детей, сел за руль и уехал, а позже позвонил неверной жене, чтобы сообщить страшные подробности. Затем он перестал выходить на связь. Известно, что перед совершением преступления мужчина также отправил голосовое сообщение в семейный чат. «Братишка, прощайте. Жена призналась, что изменила мне. Я детей забираю с собой», — сказал родным Фазыл. Житель Уфы и его наследники были найдены в запертом изнутри автомобиле в Давлекановском районе без видимых телесных повреждений. Халиков закрыл салон машины, после чего все они задохнулись, отравившись угарным газом. По информации следствия, возбуждено уголовное дело по пунктам А, в части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двоих малолетних». Familiar, familiar.